Сегодня в городе открылся Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Государственное учреждение расположено по адресу улица Тобольская, 6. О значимости подобных учреждений говорить не стоит. Центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства сегодня нужны. Категория граждан, нуждающихся в особых мерах поддержки, с каждым годом увеличивается. И, к сожалению, открывшийся центр является единственным учреждением подобного типа в Оренбурге. В других городах области есть лишь социальные гостиницы, да и то не во многих. Мы очень благодарны сегодня руководству города Орска за то, что они откликнулись на нашу просьбу, помогли подобрать помещение, помогли сделать все то, что сегодня сделано. И очень приятно, что сегодня у нас появляется возможность его открыть, и эта крыша должна быть доброй, и дом должен быть добрым для тех людей, кто в этом нуждается. По традиции была разрезана красная лента. Центр социальной адаптации, рассчитанный на 60 человек, открыл свои двери. Здесь есть спальные комнаты, комнаты отдыха, столовая и ванная комната. Финансирование реконструкции здания шло из области. В первую очередь поблагодарить коллектив, потому что пришлось потрудиться очень много вам. Долго мы ждали этого момента. И надеюсь на то, что это учреждение будет востребовано, и действительно люди, которые в этом нуждаются, знали, что здесь дом, в котором их ждут. Ну а мы должны сделать все, чтобы этот дом нормально работал. У каждого человека должна быть крыша над головой, и этот центр не только поможет лицам без определенного места жительства укрыться от холода, но и даст возможность встать на ноги и продолжать жить дальше. Алексей Калякин, Константин Аужин, Орск ТВ.